Информация любопытная, но не ключевая, что называется. Мелитина Станюта, если говорить о соперничестве кого-либо с нашими, то, по всей вероятности, следует называть это соперничеством кого-то друг с другом за бронзовые медали. По большей части именно так это и происходит. Золото и серебро достаются российским гимнасткам, бронза кому-то еще. И вот эти кто-то еще чаще всего как раз Гараева и Станюта. Так что стартовый протокол соревнований с обручем в этом смысле, ну, в каком-то, в какой-то мере даже символичен. Так и не успела поймать предмет Мелитина. Ошибка. И серьезная. Если что и хорошо в этом напряженнейшем графике выступлений, так это то, что очень быстро вырабатывается привычка держать удар. Юная дебютантка Мелитина Станюта пару лет назад, потеряя на предмет так, как это произошло сейчас, могла бы, что называется, вот, рассыпаться, да? Но совершать еще массу ошибок, которые просто бы ниже плинтуса бы опустили ее оценку. Так нет же? Ну да, уронила предмет. И, тем не менее, продолжила выступление дальше практически безукоризненно. Молодец. Не уверен насчет медали. Совсем не уверен. Но и восьмое место в этом финале Мелитина даже с такой ошибкой точно не займет. Да и вообще, что называется, лучше здесь и сейчас, чем потом на домашнем чемпионате Европы. Правда? Уверен этим... Эдакой банальностью утешаются сейчас многие ценители и любители, и поклонники белорусской художественной гимнастики.